Единовременную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер, то есть обращаться в пенсионный фонд или подавать какое-либо заявление не нужно. Кстати, подобной компенсации получается выгоднее, чем, например, та индексация на 4%, которая была проведена в текущем году. Подобные действия российского правительства помогут пенсионерам компенсировать рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета. Отмечу, что на сегодня в Нижегородской области пенсии получают примерно 1 000 000 жителей, а средняя выплата составляет 12 855 рублей в месяц. Заявление подавать не надо, выплата будет осуществляться без заявления на основании документов, имеющихся в выплатных делах. Выплата будет производиться в январе 2017 года, но те, кто не смогут получить в январе эту выплату, смогут ее получить позже.